только не дышится. О. Хорошо, а если два таких, как бокса с таких, как так, чтобы в одном было это увеличивание, а в другом не было? Я понял. Калёша занимается. Я сделала себе кофе. И вытабик с молоком. Пока Лёша занимается, еще минут 10. И можно уже трогаться дальше в путь. Шаня закончил урок. Да, Лёш? А Миша собрал вот такие ягодки где-то здесь. На свет. Говорит, это для Агафьи. Агафель, смотри, что у тебя здесь. О, ягодки Миша собрал тебе. Вкуснятина. Привет, с вами Надежда, на моем канале страничка Надежды. Третье видео о путешествии. Мы уже проснулись. Леша позанимался своим веб-дизайном в онлайн. Я уже говорила о том, что он учится в школе веб-дизайна. Правильно, Леш, веб-дизайн у тебя? Как это называется? Да, веб-дизайн. И он уже прошел свой урок утрешний. А мы сейчас покушаем и двинемся дальше в путь. Не знаю точно куда, надо спросить у Макса, у папы спросить, куда мы дальше едем. Мыла посуду, сделали, о, смотрите, какое отражение, сделали кофе. Сейчас будем кушать, делать лепешки с ветчиной. Миша собрал целую коробочку, баночку ягодок, ежевики. Действительно, сейчас же уже ежевичный сезон начинается. Во, классно. Вот такой вот диван здесь раскладной, получается, на два человека, да? Точно я не знаю, как его раскладывать. Мы вот так вот его разложили. Нормально получается. Ну и там большое место на три человека. Но вот говорю, что Агафья не может там спать, потому что того, гляди, хочет упасть. Так, вон эта лестница здесь лежит. Видишь, чайки кричат? Кар-кар-кар-кар, как вороны. Как белые вороны. Так, сейчас мы это соберем. Я, правда, не знаю, как точно это собирается. Наверное, вот так. Вот надо. Проверь вот эту, я, по-моему, ее неправильно сделала. Кнопочки. Так, стол. Не-не, Агаш, подожди, не залезай. Сейчас папа все поставит, и тогда залезешь. Дям. Собирается, разбирается, в принципе, все это быстро. Когда знаешь, куда, какие подушки, я не знаю, вот. Папа знает. Во как, профессионал собирает. Я тут ковырялась, не знала, какой стороной подойти. Хозяин подошел и все сделал. Вот так. В комментариях писали, в Англии так много красивых мест, почему вы поехали в эту дыру? Ну мы же, во-первых, не знали, что это за дыра. Во-вторых, если почитать в интернете, она, в принципе, интересная дыра. Но что-то как-то не очень, да? В летнее время, в августе, все забито битком. Потому что сейчас дети вышли на каникулы, и все забито битком. Поэтому, когда дети будут в школе учиться, мы будем путешествовать. Вот так скажем. А сейчас поехали туда, куда было место. Чтобы забронировать стоянку, нужно, чтобы она была свободная. Ну вот, поехали туда, где свободно. Да, дыра. Мы посмотрели это место, потому что говорю, что пока не съездишь, не поймешь, что это за место. В принципе, ну, мы прогулялись хорошо, посмотрели на море, погуляли, попили кофе, поели. В общем, все классно. Ну и заодно место посмотрели и вам показали. Теперь вы тоже знаете, что такое Southport. Сейчас нужно протереть все кружки, убрать вилки, кружки, ложки я уже убрала их. А нужно вот убрать вилки, ложки, тут и не вилки, ложки, кружки, убрать чайник, потому что мы двинемся, а когда едешь, это все будет мотыляться, ломаться. Вон еще одна кружка. Так, там идет процесс очищения. Тяжелый. Тяжелый, да? И Миша не побежал. Миша вот так с утра бегает, носится. Погода сегодня обалденная. А мы как раз уезжаем отсюда. Мы как раз уезжаем. Смотрите, как хорошо, да? Ну, солнце, конечно, местами, вон тучи все равно на небе, но
Но все равно тепло и солнышко. У нас 2-3 дня не было солнца, а теперь солнышко, так радостно. Я не могу открыть на этом солнце. У меня глаза отвыкли от солнца. Пойду в тенечек. Пойду свою посуду разбираться с посудой, потому что мы сейчас поедим. Сегодня, между прочим, первый день, когда приходит в силу закон, правило ношения маски в магазинах. Все. Теперь мы будем все в масках с сегодняшнего дня. Вчера был последний день, мы были последний раз в магазине. Я знаю, мне некоторые пишут: Надя, что ты страдаешь по этому поводу? Ну, потому что мне не нравится жить в маске. Чего непонятного? Мне нравится жить в маске. Что, ребят, делать вам нет лепешки? Ой. Так, вот такой вот у нас хам есть. А, лепешки у нас два вида. Ой, что-то там вода капает откуда-то. С морозилки, наверное. Смотрите, у нас два вида. Два вида лепешек, тортилы. А, вот такая вот из муки кукурузной. Ну и обычная вот такая вот. Не знаю, кому какую на вкус. Так, а также я еще взяла гарлик соус. Где у нас гарлик соус? Вот. Гарлик соус. Вот он. А, чесночный соус такой вот. И еще у нас есть салатик. Да? Где у нас салатик? Вот он, салатик. Уже помытый. Готовый к употреблению салатик. Листья салата. Ready to eat. Superfood salad. Вот так вот. А, смотрите, здесь написано, значит, свекла. Rocket. Я не знаю, как это по-русски. Шпинат. Кале. Земной крес. И свекольные листья мариголда. Вот такой вот салат. Микс. Лепешки. Хам. И соус. Поставила этот телефон. Надо мне треногу. У меня есть дома тренога. Что я ее не взяла, не знаю. Спрашивали в комментариях о том, где мама. Я уже сказала, что мама осталась в это путешествие дома, потому что ей нужно было собираться. Ей нужно было собираться, закончить кое-какие там дела нужные, важные. Вот, но если все будет хорошо, смотрите, какая лепешка. Конечно, не как моя домашняя. Но это тортилла, это не чапати. Она вообще абсолютно не воздушная, как бы, ну, в ней нет пузыриков каких-то. А, вот такая вот лепеха. Круглая. Берем хам. Кладем на лепехину. Наверное, два нужно хама. Два хама на лепехину. О, какая вкуснятина получается. Теперь сюда положим немножко салатику. Салатику. А, вот что они имели в виду. Вот свекла порезанная. Свекла и вот листья Marigold. Вот он Rocket Salad. Вот он шпинат. В общем, немножечко зеленушки. Так, и немножечко соуса. Вот так вот. Чуть-чуть. Во, какая вкуснятина. Сейчас все заверну, покажу, как получится, а то мне рук не хватает. Два хама. Немножечко салатика. Так. И сверху. Немного соуса. Вот так. Да? А сыра у нас нету, да? Сыра нет. Взяли мы кусок. Ну, ну ладно. Если что, туда сыра и было бы. Ну, было бы еще болото. Да, еще и сыр. Болото, но вкусное болото. Вкусное болото. Ну чего, тронулись? Миша, там на лобовом стекле твои носки лежат, да? Да, они высыхают. Высыхают? Вчера были дожди, Миша по лужам бегал. Ай, промочил все носки. Так, сейчас мои тортилы улетят куда-нибудь. Хотя они вроде как не должны улететь, но мало ли. Папа хочет воду заправить. Как заправить воду? Надо подъехать к воде, воткнуть шланг одним концом, а в другом концом в бак. И будет наполняться вода.
Агаш, ты держи вот эту коробочку. Она тебе нужна? Нет, а то она у тебя улетит. Давай мне, если она тебе не нужна, я ее в раковину положу. Давай, в раковину. Она такая. Все можно положить. Давай туда прыгай. Подъезжаем к воде. Сейчас воду бак наполним, потому что душ пользовались, посуду мыли, в общем, воду использовали. Чего, Агаш? Там черненький. Кто черненький? Черненький дом на колесах. А, вон там черненький дом на колесах. Ага. Мой бак, по-моему, если не ошибаюсь, на 100 литров, и он нам хватил, ну, на 2 дня, вот так скажем. 2 дня 100 литров. Но в чайник мы набирали воду из бутылки, бутилированную воду. Не использовали из этого бака. Ну вот на помыться, помыть посуду, этого вполне хватает на 2 дня. Ну и унитаз мывали тоже. Все, да? Больше вода нигде не используется. Так, кто-то там рвется к нам. Леша, кто там рвется? Кто там рвется? Папа. Ага, бандит. Нет? Ой. Тут две такие... дверцы с этой стороны и вот с этой стороны. И сзади Леша его на окно. Едем себе, едем, а я тем временем ваши комментарии читаю, пока есть время. Хотя все так трясется, тяжело немножко это дается. Вот у меня здесь компьютер стоит, и я читаю. Вот так темно, а? Читаю ваши комментарии, пытаюсь отвечать, хотя все трясется. Немножко неудобно. С телефона намного удобней. Но времени очень мало отвечать вам на комментарии. Мы где-то все едем и идем. Когда есть минутка, чем-то другим занимаюсь. Поэтому приеду уже домой и там буду отвечать на комментарии. Открываем верхнюю крышу, потому что сегодня теплый очень день. Во. Тоже хочешь пойти, Агафь? Миша? Не, подожди, тут стоянка, Агафель. Тут стоянка, нельзя никуда идти. Ганя собрала шишки за окном. Стоим мы на парковке, здесь какие-то хвойные деревья, вот она собрала здесь шишек. Ага, смотри, не упади там по ступенькам. Ты вот сюда клади на сиденье. Так, теперь сама слезай, потому что здесь высоко, а я тебе потом подам. Тихонечко. Давай, нет, ты слезай, я тебе подам, Агафь. На, держи. Ой-ой-ой! Осторожно. Агаша, крестик спрячь. Молодец. Как соленый огурец. Спрашивают в комментариях, почему Агафья у вас вечно растрепанная, вечно там не причесанная. Ну, я отношусь к этому спокойно, скажем так. Конечно, когда ребенок причесанный, когда бабушка делает ему какие-то там красивые косички, это здорово, но вы понимаете, что ребенок очень подвижный, и ему эти косички, они ненадолго. И, может быть, когда она подрастет, они будут лучше у нее держаться. Но сейчас, сколько ни заплетай, это хватает на 2, на 3, ну, максимум на 4 часа. Потом снова надо это все переплетать. А волосы у нее длинные, поэтому как бы проблематично немножко. Ну, вот сейчас, например, ее вполне, да, нужно, по идее, причесать, согласна с вами. Сейчас она растрепана, ее нужно сейчас причесать. Но мы в путешествии, надо найти мне, где эта расческа у меня в вещах. Надо ее причесать, да. Я ей делаю обычно одну косичку. И у нее все равно по бокам коротенькие волосики все равно вылазят. Ну, вот, вот такая вот, как сказать, такая вот реальность. Подвижный ребенок, волосы, видимо, скользкие. Хотя у нее заколочки есть на голове, но они ее не спасают, скажем так. Я перезаплетаю ей эту косичку 2 раза в день. 1 раз утром и 1 раз вечером перед сном я ее опять перезаплетаю. Сейчас прочитала комментарий. Вопрос такой, как обогревается этот дом на колесах? Обогревается он... используя то топливо, которое наливаешь в бак. Миш, ты смотришь за Агафьей, да? Топливо, которое наливается в бак, из него же идет и обогрев дома. Также можно обогреваться электричеством, насколько я понимаю. Воду можно греть и электричеством, а можно тоже греть, используя топливо, которое в баке. Вот такой вот ответ на ваш вопрос. Я смотрю просто в окно за Агафьей. Агафья там бегает за окном. Это я.
Вы меня по голосу, наверное, узнаете, да? И по взъерошенным волосам. Я иду в магазин, мы остановились на стоянке магазина. Я иду в магазин. Сейчас я покажу, попытаюсь показать, что творится в магазине. Как я сказала, сегодня первый день, когда все в масках. Мне даже самой интересно, соблюдается ли это, во-первых. А во-вторых, еще сказала, хотела сказать, сколько за нарушение без маски, сколько штраф. 100 фунтов. Если заплатишь в течение 2 недель, то будет только 50. Камера трясется, потому что я без стабилизатора. Но я смотрю, все в масках. Иду по магазину, гуляю уже 5 минут. Ни одного человека не встретила без маски. Абсолютно все в масках, все 100%. Ни одного не видела человека без. Мне писали о том, что, Надя, какая-то у тебя странная маска, она вся в дырочках, она не предохраняет. Лично я ношу маску не для того, чтобы предохранить, потому что я не верю в эту маску. У меня другая религия. Во-первых. Во-вторых, я ношу маску только потому, что правительство потребовало это. Только поэтому я ношу маску. На сайте, официальном правительственном сайте, написано о том, что маску можно сделать себе из чего угодно. Из шарфа, из банданы, из чего угодно. То есть нету никаких конкретных критериев маски. Поэтому именно такая маска у меня есть, в дырочку. Вот такая маска в дырочках. Ее сделала мне мама. У нее такая же маска. Дышится в ней легко. Намного легче, чем в любой другой. Именно такую я и буду носить, потому что я сказала, что я не верю в эти маски. Они реально могут помочь только когда... они, как сказать, они защищают окружающих от тебя. Если ты не больной, не вижу смысла в этой маске. Мне писали о том, что вот, а как же хирурги, которые носят маски? Ну так они и носят маску на операции для того, чтобы защитить больного, защитить ту рану, которую они, так сказать, лечат, режут, да, от себя, от своих бактерий. Именно для этого маска и нужна. Причем медицинская, многослойная, специальная, одноразовая. А не то, что продают в магазине, тряпичные, которые люди просто засовывают в карман и используют много-много раз без стерилизации. То есть, ну, просто дурь какая-то. Сколько угодно ставьте дизлайки за это, сколько угодно пишите. Это вот мое мнение, я в этом уверена, в том, что маска не спасает людей. Сказала уже, что у меня другая вера, я не верю в маску. Вот так вот. Ношу ее только потому, что это требует власти, и я подчиняюсь властям, поэтому ношу. Я, наоборот, считаю, что маска такая вот синтетическая, она может, наоборот, только... как сказать, спровоцировать какую-то болезнь в том плане, что ты дышишь своими же бактериями, своими же тем, что ты выдыхаешь. Смотрю, просто Агафья тут игрушки пока с вами разговариваю. Выдыхаешь какими-то своими бактериями, всякими вирусами, и их обратно заглатываешь. В общем, от маски один вред в нашей ситуации, в обычной, для обычного человека. Смотрите, какие книжки есть тоже. Посмотрим. Ну, здесь, смотрю, никаких особенных нет книжек. Хотела вам сделать обзор очень хороших, интересных книг, но не в этом магазине, наверное. Не в этом магазине. Смотрите, какая книжка. Ну, это для маленьких совсем. Во, какая. Так что в Англии есть не только плохие книжки, дебильные, скажем так, но и есть очень даже хорошие. Об этом я и хотела как раз сделать обзор книжек, потому что есть очень интересные. Вот смотрите, какая, например, да, интересная книжка. Мало очень написано. Здесь картинка, много разных маленьких деталей. Так вот крутится оно, да? Ладно, все, я пойду на выход. Сейчас возьму кое-что ребятам. И, может, купить гони такой. Правда, совсем для маленьких. Ладно, у нас много очень книжек дома. Потом, может быть, сделаю обзор того шкафа, который есть у нас дома. У нас много очень интереснейших книг. Поделюсь с вами этой информации, поделюсь, так сказать, книгами, какие у нас книги есть. А также хочу, планирую сделать обзор в магазине книг, очень классных. Потому что в Англии не только книжки про какашки есть, но и есть очень хорошие книги. Ох, как хорошо подышать без маски. Знаете, что я обратила внимание? Интересный такой факт.
что все продавцы без масок и без перчаток, без всего. А мы, покупатели, почему-то в масках. Наверное, мы самые заразные. Не могу понять причину этого. Если вы знаете причину, напишите. Почему в магазинах продавцы без масок, а покупатели будут штрафовать, если они без масок?